Встречу с координаторами территориальных органов самоуправления провел мэр Анапы и в самом начале отметил, что общественники оказывают большую помощь администрации. Представители ТОС – связующее звено между властью и населением. Принимают активное участие в решении проблемных вопросов на курорте, несанкционированного строительства, благоустройства территорий. Знают, что волнует сегодня анапчан и всегда могут подсказать властям, на что обратить внимание. И много-много еще работы, за которую я вам хочу сказать спасибо. И я думаю, что эта форма, которую мы нашли, будет постоянно совершенствоваться. Вот. Есть, конечно, неудовлетворяющие меня сроки исполнения моих поручений, но это уже как бы внутренняя наша проблема. Первый вопрос совещания – оказание помощи вынужденным переселенцам из Украины. В Анапе в администрации создан оперативный штаб, работают телефоны горячей линии и открыт пункт приема гуманитарной помощи на базе второй школы. Руководители ТОС и в этой работе принимают активное участие. Участники встречи обсудили, что требуется сегодня беженцам – одежда, постельное белье, подушки, одеяло, средства бытовой химии, гигиена, другие предметы первой необходимости, а также нескоропортящиеся продукты питания. В целом, какая работа проведена постановлением администрации? Был создан оперативный штаб, который возглавляет Сергей Павлович. Мы его заместители в этом оперативном штабе. Обсудили на совещании сотрудничество координаторов ТОС со специалистами управления торговли в борьбе с незаконными торговыми точками. План совместных мероприятий, которые предусмотрены совместные мероприятия специалистов управления и сотрудников полиции по выявлению пресечения незаконного оборота спиртосодержащей алкогольной продукции. С 1 января 2014 года изъято из оборота алкогольной продукции 54,9 тысяч литров. Составлен административный протокол 274. Обсудив главные вопросы совещания, координаторы ТОС озвучили жалобы анапчан, к сожалению, общие для всех. На дороге проблемы вывоза мусора и несанкционированные свалки. На каждое такое обращение будет ответ и конкретное решение, гарантировал мэр Анапы. Общественники поблагодарили главу за уже оказанную помощь. За ремонт клуба в Рассвете, установку уличного освещения и урн в населенных пунктах Первомайского сельского округа. А координатор деятельности ТОС микрорайона Алексеевский Людмила Лазебник попросила Сергея Павловича побывать на улице Станичной и Солнечной. На первой головная боль местных жителей – трава, а на другой стройка. На следующий же день глава Анапы выехал на место и убедился в словах анапчанки. На улице Станичной настоящие джунгли. На Солнечной застройщики организовали свалку бытового и строительного мусора. Сергей Сергеев проинспектировал стройплощадку и потребовал очистить территорию в кратчайшие сроки.